Здравствуйте, зовут меня Тамара Викторовна, и сегодня мы с вами начинаем цикл задач, который мы назовем «Задачи на фунты, мили, дюймы, гривны» и так далее. Ну вот, работая много лет в школе, я часто столкнулась, что очень тяжело переводить из одной системы мир в другую. Ну, сегодня мы просмотрим 7 таких задач. Итак, первая задача. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купили 3 килограмма помидоров по цене 4 гривны за 1 килограмм. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ – округлите до целого числа. Значит, с чего нужно начинать такую задачу? Во-первых, мы купили 3 килограмма помидоров по 4 гривны. Ну, значит, если посчитать, то мы получаем 12 гривен. Но 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Не обязательно для этого составлять пропорцию. Достаточно просто умножить на 3 рубля 70 копеек на 3,7. И получим 44,4. То есть приблизительно мы получим 44 рубля. Вторая задача. Диагональ экрана телевизора равна 64 дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах, если в одном дюйме 2,54 сантиметра. Результат округлите до целого числа сантиметров. Значит, у нас с вами 64 дюйма. Опять же, не обязательно решать эту задачу при помощи пропорции. Если вы помните, такую задачу можно просто решить умножением. Итак, мы умножаем на 2,54. Итого мы получаем 162,56. Результат требуется округлить до целого числа, то есть приближенно 163 сантиметра. Задача номер 3. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Американская миля равна 1609 метров. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа. Значит, в этом случае, если вам так удобно, да, то вы можете сразу решать эту задачу теперь уже пропорцией. Итак, 1 миля. Давайте разбираться, что же такое 1 миля. 1 миля – это 1609 метров. Сразу давайте переведем в километры. Поскольку в 1 километре 1000 метров, то мы получаем, что это 1,609 тысячных километров. Итак, 1 миля – это 1,609 тысячных километров. Наш спидометр показывает 65 миль в час. Это х километров. И тогда пропорции, это решается легко. 65 мы умножаем на 1,609 тысячных и делим на 1. В общем-то, можно было обойтись и без пропорции, вам уже теперь ясно. Итак, ответ у нас получается 104,585 тысячных. И если нас просят округлить, то мы получаем 105 километров в час. Задача номер 4. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость в милях в час показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 36 км в час? Считайте, что 1 миля равна 1,6 км. Значит, как решать такие задачи? Ну, вы привыкли и в 9, и в 11 классе такие задачи решать при помощи пропорции. Попробуем ее составить. Итак, 1,6 километра
это 1 миля. А нам нужно с вами найти 36 километров. Это х. Отсюда х. Х это 1,1 умножить на 36 и поделить на 1,6. То есть мы получаем 22,5 мили. Ну и ответ 22,5. Задача номер 5. Система навигации, встроенная в спинку самолетного кресла, информирует пассажира о том, что полет проходит на высоте 37 170 футов. Выразите высоту полета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 сантиметра. Значит, в этом случае мы поступаем точно так же, как и в предыдущей задаче. Итак, 1 фут. Это 30,5. Значит, нам с вами нужно немножко порассуждать. У нас 37 170 футов. Это будет х. Итак, х равен 30,5 умножаем на 37 170 и делим на 1. То есть в этом случае мы могли бы, в общем-то, обойтись и без пропорции. И мы получаем 1 133 685. Но дело в том, что эта величина записана у нас с вами в сантиметрах, а результат идет в метрах. Значит, мы должны наше число 1 133 685 поделить на 100. Значит, отделим запятой два знака, получится 11 336,85. Значит, здесь не просят нам с вами округлять, поэтому мы таким образом и оставляем ответ. Задача номер 6. Рост Джона 6 футов 1 дюйм. Выразите рост Джона в сантиметрах, если в одном футе 12 дюймов, а в одном дюйме 2,54 сантиметра. Результат округлите до целого числа сантиметров. Итак, давайте начнем с того, что 6 футов 1 дюйм мы переведем с вами в дюймы. 6 футов мы умножим на 12 дюймов и еще прибавим 1 дюйм. Итого мы получаем 73 дюйма. Когда вы перевели в дюймы, то достаточно без всякой пропорции умножить это число на 2,54. Получаем 185,42. И ответ нужно округлить до целых, то есть получаем приближенно 185 сантиметров. И последняя задача, задача номер 7. В книге Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 10 человек следует взять 1/10 фунта чернослива. Сколько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 3 человек? Считайте, что 1 фут равен 0,4 килограмма. Давайте разбираться, что такое 1/10 фунта чернослива. Итак, 1/10 фунта. В 1 фунте 0,4 килограмма.
Умножая, мы получаем, что это 0,4 килограмма. А теперь давайте килограммы переведем с вами в граммы. 0,4 килограмма. В одном килограмме 1000 граммов. Значит, мы наше число умножаем на 1000 и получаем, что это будет 40 грамм. Теперь нам нужно подумать, как решить нашу задачу дальше. Дело в том, что на 10 человек мы берем 40 грамм чернослива. Итак, 10 человек и 40 грамм чернослива. А у нас всего 3 человека. В этом случае, конечно, мы составляем пропорцию. И отсюда x равен 3 умножить на 40 и поделить на 10. То есть чернослива необходимо взять 12 грамм.